В микрорайоне Лесозавод прошло торжественное открытие нового объекта благоустройства – детской мультивозрастной площадки. Объект построен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На улице Комсомольская теперь есть место, где на свежем воздухе могут провести время жители района всех возрастов. На территории обустроены игровые элементы для малышей и детей старшего возраста, брусья – зона для отдыха. Каждый элемент данной площадки соответствует евразийским стандартам современным. На каждом элементе присутствуют шильды с возрастной группой, с артикулом производителя и его контактами в случае чего. Ждали окончания обустройства, наблюдали за ходом строительства такой долгожданной площадки жители всех соседних дворов. Конечно, это радостное событие для жителей микрорайона и наших детей. Для меня это такое как вдвойне событие. Очень радостное. На этом месте стоял мой родной дом, в котором я родилась, где прошло мое детство. Поэтому очень замечательно, что на месте моего старого дома построили такую площадку. Мы курировали, вот как жители данного района курировали строительство, делали свои замечания. И вот сегодня настало наконец-то это событие, мы очень рады. Оборудованной площадки в этой части микрорайона не было. Местной ребятне приходилось играть далеко от дома, что доставляло неудобства как им, так и их родителям. Раньше я играл в городе, а сейчас мне тут нравится, потому что тут тоже немало народу. И площадка красивая, постарались, сделали свое. А так на ней играть весело, все хорошо, мне она нравится. Данная общественная территория в 2019 году заняла 6-е место в рейтинговом голосовании жителей города за первоочередные объекты благоустройства в 2019-2020 годах. Подрядчик сдал объект в установленные контрактом сроки. В целом за период реализации на территории города проекта «Формирование комфортной городской среды» работа ведется успешно и в срок. Мы, собственно говоря, двигаемся дальше, да, то есть у нас на следующей неделе это объект Маменщикова, но и дальше мы каждый год создаем все новые и новые территории, и всего мы где-то за 3 года порядка, уже, наверное, около 50 разных мест создали, да, то есть где-то площадки, где-то обустроили дворы. Напомню, объект построен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Стоимость контракта составила почти 11,5 миллионов рублей. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, телеканал «Север».